И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на... Че там? Аналоге? Я все еще не знаю, как назвать его. Понятное дело, даже первый видос еще не выходил. Так что, как вариант, в комментариях-то все-таки написали. Но посмотрим, что, как, да где. Что из последнего? Ровным счетом нифига. Я отдохнул. Хорошо отдохнул. Кстати, что там летит? Не показывает о чем. Вот, и можно продолжать выживать. У меня с едой беда. Не понял. СС. Смотри. Есть верхушка? А бывает, что нет верхушки. Смешно. Баги, они такие баги, и ты с этим ничего не можешь поделать. Так, ладно. Что нужно прокачать? Вес, это понятное дело. Выносливости точно достаточно будет. Еда, кислород, вода. Нафиг. Навык изготовления тем более нафиг. Стойкость как вариант. Слушай, надо качать стойкость. Почему? Если я собираюсь куда-то переместиться, то если там будет холодно, то, ну, извините, тут, как говорится, все будет плохо. Кстати. Гендер Поушен. Это, походу, дело для смены гендера. Так. Ты самка. Самец. Ты самка. Элитки, не знаю, выращивают, то есть сносят яйца или нет. Но, да ёпарасете. Но давай посмотрим. Лишние яйца не будут. Хоп. Ну, точно. Да, это просто смена гендера. Все правильно. То есть в этом плане ничего не меняется. Ты просто меняешь гендер. То есть, допустим, сейчас можно вот с этим модом не заморачиваться, ловить кучу додошек, какие тебе нужны левлы, не искать полчаса самок, ловишь всех подряд и меняешь их, им гендер, как бы, и все, удобно, у тебя ферма яиц. Так, ладно, что я хочу в первую очередь сделать? В первую очередь сделать я хочу одно. Так, выложить, наверное, выложить все-таки, да, вот это вот все добро, я все пытаюсь через shift прокликивать на все это дело. Так, вот это вот убрать, это вообще выкинуть, дубина мне точно не нужна, и возьмем немножечко еды, еда-вода. Пускай будет. И полетим на поиски места. Так. Кстати, я в настройках нашел, что можно делать. То есть этим... Можно поставить, чтобы в настройках можно было ускорять их. Здесь я вот смотрю, тоже есть, но в настройках я ничего не менял. Ну, типа, в настройках можно поставить, чтобы можно было качать скорость летунам. Это, конечно, прикольно. Выносливость, естественно, качаем. Вес, понятное дело, нужно. Давай немножечко урона. Так, в итоге, что я хочу? Я хочу найти место, где будет плюс-минус что-то нормальное. И самое главное, чтобы не было вот этого дебильного грома. Ну и что немаловажно, чтобы не было каких-нибудь диких уродов, которые меня сразу же там загасят. Типа вот как там гоняет виверна. К примеру. Хм.
задался вопросом, а есть ли здесь, ну, то есть показывают ли вот этот мод нужных динусов, и, к примеру, ястрефьордов нету, а вот яснокрыл есть. И это прям интересно, виверно. И это все добавляет мод. Экус тоже тусуется. Это, конечно, X. Это у нас же... Офигеть. Тушканы. Ну, тушканы должны быть эти, типа, такие прям гигантские. На них можно будет садиться. Или это элитные тушканы. Разъяренный трицератопс. Разъяренный пораженный трицератопс. Ё-моё. Пораженный выживший. Ё-моё. Да. А единственное, что вот я отправляюсь в полет, думаю об одном. Мантикора, кстати, нету. Одна найдена, но ее нет на карте. Это, походу, дело босс. Отправляясь на карту, в полет, я думаю сейчас лишь об одном. Что будет, если я сдохну? Вот, и это без шуток, я об этом думаю, потому что мне придется тогда что? Правильно томить нового летуна, вот это вот и все. Кстати, шмотки, наверное, стоит сейчас кинуть. О, кстати, гача есть? Гача нету. Во, это виверно. Кстати, вот я велонозабор. Вот, верно. Да, здесь летает. Значит, это все-таки была она. Так, и вот они пошли, английские названия. Шок, Сноу, Прайм. Вот они не все. Оранж. Да, то есть здесь по названию можно будет найти, то есть он АЦР. Вот, наверное, все-таки мод будет называться, название у меня будет АЦР, потому что вот АЦР Форс Метан. Метан, блин, Титан. Оп, его нету. Потому что, ну, сокращенно все-таки это АЦР. Ну, давай по старинке Анунаки его называть. Надо сгонять. Человеческие волосы. Конечно, да, гениально. Вот это все скинуть, вот эти шмотки скинуть. Единственное, что, наверное, Голду Доду. Снежики бы когда-то дропаются кайфовые. Да? Я же правильно помню. С них дропаются кайфовые. Это киблы. Так что это хорошая штука, скажем так. Так, давай вот это вот все скинем. Вот это тоже все скинем. Хотя не, вот шмотки-то как раз-таки вот эти вот я и возьму. Потому что я сейчас хочу лететь в зимку. В зимке они мне пригодится. И мне нужно взять парашютов штуки 3. Вот теперь можно и лететь. Так. Одно я точно могу сказать. Я уверен в том, что я сдохну по пути. Ну смотри, тир у меня медленный. Кстати, а если ему все-таки прокачать скорость? Он будет быстрее летать или нет? Птер у меня медленный. От любой виверны я сдохну. Никаких ускорений сейчас нету. Чтобы сделать супы на скорость, мне нужно пиво. Я точно не выживу. Единственное, что... О! Тропиогнат. Прикольно. Интересно, его мод добавил или его на эту карту добавили? Да, конечно, живки прям мое почтение. На каждом шагу везде все встречается, везде вот прям остров живет и, как говорится, без твоего присутствия. Прям супер. Как говорится, может быть, и без тебя в этом мире было легче. У-у-у, добрый вечер. Райм Альфа спин. Нифига их тут сколько сразу же. А не многовато ли у вас на одно место? Я таких сейчас буду мест явно много встречать. Потому что они только будут спавниться.
и разбредаться по этому миру. Также не стоит забывать о том, что у нас на центре есть подземный мир. Твою матюшки. Семь с половиной миллионов здоровья. Ну вот туда я точно пока что... О! Бладсталкер. Да ну нафиг. Блин, их походу вот реально мод добавляет. Ну, Бладсталкер-то тут как взяться ему? Куда? Что? Где? Как? Зачем? Или реально разрабы добавили всех мобов на все карты? Если это так, то мое уважение. Если нет, то мое презрение. Почему? Потому что... Ну, хотя, с другой стороны, ты тусуешься по всем картам. Индоминус Рексы. Да. У меня очень долгое время на канале... Как притомить Индоминус Рексы был в лидерах. Самое что смешное, я его даже не собирался томить. Но играл на сервере, увидел Индоминуса. Вроде бы я на Анонаке как раз и играл. И такой, это должно взлететь. Это взлетело. Такс. Так, ты просто зелененький? Или ты кайфовенький? Альфа-птер, ты кайфовенький. Значит, у нас здесь есть альфа-птеры. Надо будет посмотреть, как их вообще томить. Единственное, что когда вот это загружается, они прогружаются. Прям конкретно задумывается игра. Что вообще ты делаешь, дурак, прогружая столько диносов. Ну, локалки это работает только если прописать команду. Альфа-птер. Команду для запуска игры. Вот, альфа-птеров у нас много. 180 левел максималка. Это тоже неплохо. Есть какие-нибудь прайм-птеры? Ой, ну элитные хотя бы. Нет, элитных нету. А прайм? Ну, просто вопрос, как их томить. И... А, ну прайм альфа, это уже понятное дело. Это уже вряд ли я буду их томить. Точнее, вряд ли их можно томить. Ну, а дальше уже идут простые. Так, давай посмотрим, что вообще на него требуется. Ну, по сути... Я сейчас, наверное, совершу ошибку. Но давай поставим тебя здесь. Такс. Вот это... Убрать. А в каком плане ошибка? Что я могу сдохнуть? Так. Мне нужен спальник. Для того, чтобы я мог, если в чем, здесь возродиться. Что у тебя по здоровью? Жиробас. А вот духа не жиробас. Так, немного волокна. А, просто... Блин, почему в Конане можно лутать с инструментом в руках траву? В Арке нет. Это прям реально бесит. Просто есть реально шанс, что я просто-напросто сдохну. И дабы не рисковать, давай сделаем вот так. Помните, к альфа этому треку я аж подошел, и он мне всучил люля-кебаб. Так что давай вот без этого. Так, так, так. Все, скидываем вот туда. А что, у меня полвеса занимает вот это вот там. Так. А вот теперь можно уже попробовать посмотреть, что как-то где. А, ну, типа просто он томится ручками. Написано, что томится пассив. О, вот это я про это и говорил, видишь? То есть это все-таки альфа. И он агрессивный.
То есть, вот про это и говорил, про, ну, что может что-то пойти не так. Я так и не понял, томится он пассивно или агрессивно. И спальник, я не помню, одноразовый или нет. Спальник, да, одноразовый, все правильно я помню. Так что... Поэтому я у себя и ставил кровати. Ой-ой-ой. Ладно, давай еще попробуем один разочек. Еще один разочек попробуем. Так сказать, проверим, а вдруг повезет. И он будет в этот момент сидя. Так это простой. Этот еще и мелкий. А где тот козел, который меня грохнул? Вот так ублюдок, мать его. Сбежал. Там что, сейчас женец, что ли, тусил? Ну, бляха-муха, это, конечно, да. С ними надо быть поаккуратнее. А, точно, вон мой трупешник. Ай, ёб твою ж за ногу сожрал, дебил. Зачем я на неё нажал? Так, Тарадон мне точно не нужен. Надо подождать, пока он сядет. И к нему подбежать и посмотреть. То есть, по сути, теоретически, есть на это шанс. Практически, так кто ж его знает, что будет дальше. Кстати, я только сейчас заметил, как тут тихо. Да, где-то там вдалеке отголоски, бум-бум, вот это вот и все. Ну тут так тихо. Такой кайф. А эта скотина над водой летает. То есть, теоретически, если была бы эта земля, он бы уже давно приземлился. Но он летает над водой, тварь. И тут, что я задумался. А, у него написано, первосортное мясо. Одна штука нужна. То есть, теоретически, я его даже могу притомить. Практически я сдохну, конечно, несколько раз. Но, теоретически, я могу притомить. И если вот эта тварь не будет над водой летать, тогда есть шанс, наверное, если он томится. Именно так. И даже теоретически на него вроде бы есть все ресурсы. Ну, хотя вот насчет кожи не знаю, есть, нету. Но хитин, вы видели, я как залутал. И даже чуть-чуть кожа там какая-то у меня залутана. Повезло, скажем так, что его завалили. Но вот он пытается куда-то сдрапнуть. Самая проблема, что здесь вот эти вот бегают. Дилки. Много дилок. Это проблема. Ну не скотина ли, а? Приземлился просто на острове, на котором мне нужно переплыть. А плывет персонаж долго. Может, он конченый. И пока я доплыл, эта скотина... Не бомбит. Давай. Оп! А ведь точно! У него так и было написано. Сырое мясо. То есть, мы сейчас делаем что? Возвращаемся назад. Так, встаем на спальном мешке. Давай, вставай. Кстати, если знаете, как избавиться от этой анимации, пожалуйста, напишите в комментариях. Я забыл. Как-то вроде как-то можно было, но это не точно. В общем, как-то можно было, но не факт. Взлетаем и до базы. Для чего? Там, во-первых, лежит первосортное мясо. Точно! Вон! Козлы! Аккуратнее надо здесь, короче, быть. Там лежит первосортное мясо. А это означает то, что я могу... прикольно. Я могу попробовать с одного места... Эту птаху залутать, точнее притомить. Ну, это уже интересно будет. Получится, не получится. В общем, до базы. Ну да, у меня не хватает здесь, если что, кожи.
И седло делается вполне так. Должно в верстаке в другом явно делаться. Хотя фиг его знает. А нет, вот альфа-птер. Ну, в общем, мне не хватает этой кожи. Если что, эту кожу то залутать-то не сильно-то проблема. А, в каком плане? В том, что на соседнем острове там тусуется этот. Да, это я тут дропик залутал. На соседнем острове тусуется приколюшный дракончик. Ну как дракончик? Шипастый дракончик. И вот если в что, его можно будет завалить. Ну как завалить? Ну вы поняли, как это я обычно делаю. Натравливаю на кого-нибудь, И вот как-то так будем уже сейчас пробовать. Но для начала нужно терчика себе притомить. Так. Скидываем вообще абсолютно все. Дебил. И летим обратно. Да, приземляться тоже нужно аккуратнее. Хотел сейчас сюда приземлиться. Передохнуть. Отсюда просто херобора такая вылазит. Агрессивная на меня. Как там? Риппер. Но мне повезло, он был забаганный в скалы. В общем, короче, мод, он однозначно прям очень нетерпим к игроку. Он, кстати, шоковый, ядовитый спина. Ну, нормально. Вообще прям все и сразу. Очень он не любит игроков, скажем так. И это еще легко сказано. Прям очень легко сказано. То есть тебя может поджидать абсолютно все, абсолютно везде. И это прям что-то с чем-то. То есть ты остаешься это. Кстати, эти вот шумы, по ходу дела, от того острова идут. Шумы, взрывы, раскаты грома и так далее. В общем, приземляясь где-то отдохнуть, ты должен... Кстати, вот так вот. Должен готов быть к тому, что ты сейчас сдохнешь. Без шуток. То есть кто-то на тебя нападет и сразу махом шотнет. То есть это самое главное правило по ходу этого мода. Потому что они все тебя шотают на начальном этапе особенно. Вот мой луч трупиком. Ну ты гнида! Войт верно. Именно вот около птера. Именно около птера. Около того птера, которого я забрал стомить. Давай посмотрим другого. Так, ну это самый мелкий левел. Далеко. Глубоко. Это там, где спина, да, тусуется? Угу, спасибо. Чё-то я сомневаюсь, что там будет весело. О! Кстати, недалеко. А, недалеко. Это там, где рыпер тусуется? Смешно. Вот верно, как раз на того, этого и... За этого лося, загрелося. Да уж. Так, ладно. 45 левел. Надеюсь, ты также все еще с одной первосортинки. Да, с одной первосортинки томишься. Это хорошо. Но вопрос в другом. Так, надо избавиться от этих надписей, во-первых. Индоминус Рексы. Так, мне нужно где-то оставить своего тера.
желательно в безопасности. И желательно так, чтобы я, если что, потом здесь мог возродиться. Оттуда бежит паразавр, и это явно не безопасность. Оттуда бежит индоминус рекс, и это тоже не безопасность. Не, вроде нормас. Вот индоминус рекс, пожалуй, самые такие пугающие меня. Давай сделаем. Где у тебя поведение? Так и пугливое. Может, он все-таки выживет, и он не ваншотнется. Вот так, на это будем надеяться. Но просто два индоминус рекс, подходящие в упор, это, конечно, да. Это что за хрень? Это индоминус рекс так изрыгнули. Твою мать, он просто в упор подходит ближе и ближе. Гнида ублюдочная. Ну ты урод. Ну и уроды, а. Давай попробуем с этой стороны. А, здесь спина тусуется. Рядом ставить нельзя. Потому что это что? Правильно, это будет жопа полная сразу же. То есть я появляюсь, и он там на меня жагрится сразу же. Ну вы уроды. Ну давай попробуем здесь поставить. Так. Сейчас главное дождаться, чтобы он это... приземлился. Ну ты посмотри, он реально на то место пришел, где я тусил. Ну и уроды. Сейчас главное, чтобы он приземлился. Сел на землю. Сядь, ублюдок! Кошмар. Тихо. Я пошутил с ублюдком, ты красавчик. Ну покормил! А чё толку-то от этого? Он согрелся на меня. Твою мать! Я его покормил. То есть он не так томится. Так, давай вот на вот этом спальном мешке заспавнимся. На всякий случай. А какой из них? Какого-то хрена я выбрал сваленный шок, но у меня отобразилось Simple Bed. И еще это та кровать, которая... которая застревает меня в текстурах. Если что, суицидность тут тоже нельзя. А, быстрое перемещение. Отлично. Это я сейчас около индоминуса, да? Да, около индоминуса. Вот, верно тусуется. У меня вопрос в другом. Я его покормил. Но толку от этого, как видите, ноль. То есть он томится явно по-другому. Хоть и написано пассивно. То есть и альфа-трайк, соответственно, точно так же. Это их рыба же, да? Ой, ёп, твоя ж сраная пиранья, иди в жопу. Ну, если что, я пытался. Я просто смотрю, там вот элитка валяется, да?
лучика сейчас. Так, погоди. Надо к птеру подойти. Взять у него трубу. Дебил. Труба у меня и так была. Так, свали в жопу отсюда, мелкая ублюдочная тварь. Кстати, что-то урона мало. Так. А, не, с них ничего такого интересного не дропается, да? Жаль. Жаль, но тут начинается жопа какая-то. Поэтому что? Правильно. Маленькому, беззащитному, неберехонькому, выжившему лучше это, сдрапнуть отсюда. И желательно повыше. Столько времени потратил зазря. С одной стороны, а с другой стороны, я зато теперь знаю, что альфачи только с помощью оглушения томить. Ну, проверить-то нужно было. А то труба показывает, но она просто считает все по-другому. Ладно, погнали. Здесь 100% будет какой-нибудь босс тусить. Вот прям 100%. Либо в воздухе, либо на земле. Я склоняюсь к тому, что здесь будет бруда. Bloodmother... Это, паучиха. Вот 100% она на этих болотах должна тусить. Паучиха всегда тусуется на болотах. И тут уже вопрос. Главное, чтобы я не ошибся, и здесь не было какого-нибудь летуна. Там точно будет виверна. Прям гадалки не ходи, не ходи, там будет виверна. Вот, я сказал. Я сказал. Была она здесь где-то. И исчезла. Ну, в общем, короче, вы поняли. Самое главное, тишина. Этих бабахов, громов и так далее нету, вообще кайф. Надеюсь, туда, куда я лечу, тоже этого ничего не будет. Место там, конечно, кайфовое. В том плане, что там тихо, спокойно, все дела. То есть, начали развиваться кайф. Но! Вот эти дебильные звуки из игры. Бахи-бабахи, взрывы вот эти вот. И все. И все. Мозги просто начинают плавиться от этого. Так... Тем временем мы прокачались. Я не знаю, насколько скорость прокачивается и прокачивается ли, но есть шанс на то, что я просто сейчас впустую все это дело впуляю. Но надо будет тогда настройка поставить, раз уж Anunnaki мод добавляет возможность. Здорово. Точно, крокодил же здесь тоже может быть в легкую. Босс крокодил. Раз Anunnaki мод добавляет возможность ускорять, ну то есть прокачивать скорость, конечно, крейт вообще огонь. То в настройках нужно будет поставить эту штуку, что типа можно все это дело улучшать. Да, крейты, конечно, здесь огонь. Я имею в виду для того, что вдруг... прокнет, и я не зря вкачивал эти статы. Здесь, по идее, тоже должно быть поспокойнее. По крайней мере, я надеюсь, что всяких риперов и так далее здесь нету. Вот на что я надеюсь. Сюда я летя. Поэтому посмотрим. Здесь, по идее, слоны и так далее. Вот это вот все должно быть. Но не риперы. Здесь, по идее, должен быть какой-нибудь обезьян-мен. Ну, я имею в виду мегапитек. Ну, скелетон, это понятное дело будет. Вот, а мегапитек почему? Потому что зима. Мегапитек всегда в зиме тусуется. И это для него логичное место. Он большой носороже. 1,2 миллиона. О, 1,8. Да, я еще в шары долблюсь. Ой-ой-ой.
Там простая виверна. Виверна-то простая. Ghost Blood Monster. Интересно. Кстати, что меня всегда удивляло, когда ты сюда вниз спускаешься, здесь тепло. То есть теоретически здесь должно быть холодно, но здесь тепло. Альфа-сарказух. Интересно. А это что за пятнышко? Стегозавр. Так, ну в жопу, короче, вот это вот оно того явно не стоит. Вот это сейчас бы я тут, конечно, это и то. Блин, ну он отошел уже от него. Я так и думал. Рассветится, это как вариант был вот этот древний, ну, типа альфач, короче. И был шанс залутать кожу. Я залутал кожу. Так, в итоге мы приходим во второе место. Во второе мое любимое место на центре. Конечно, вот эта вот дыра меня всегда прикалывает. Но это не дыра, это вода. То есть при определенном освещении она кажется дырой. В общем, вот это вот место. То, где я строился. Здесь у нас жемчуг на дне тусуется. Строился я вот здесь вот. Там недалеко артефакт. И мне очень нравилось это место. Prime Alpha Triceratops. Я очень надеюсь, что он сюда не пойдет. Но здесь очень большая площадка. На свирепый медведь, конечно, это еще то веселье. Тамится он через КИО, что очень даже хорошо. Через КИО томить через заглушение намного легче, чем пассивка. При вот этих вот всех дуростей. Так. Единственное, что сюда переносить всех гидносов, это займет очень много времени. Надо строить телепорт. Телепорт. Интересно. Телепорт. У меня по старинке стоит E8 телепорт. Для этого нужна электроника, а все остальное фигня. И вот это как раз таки самая главная проблема. Я не смогу построить телепорт. Электронику я еще не скоро смогу делать. А, кстати, атаковский дино у нас здесь есть? Тегдина есть. Это не те тегдина, которые мне надо. Это точно. Посмотрите на их хп. Это точно не то, что мне нужно. Спасибо. Я обойдусь без таких тековских дина. Обалдеть. А простых... Текстрайдер есть? Слушай, а его как томить? Его как томить? Его нужно как-то томить обязательно. Это ж кайфовый сборщик ресурсов. Ему как-то далеко. Ладно. Я одно точно могу сказать. Ой. Я без понятия, что делать здесь. Я прям реально, я просто в растерянности. Я не знаю, что делать. То есть, теоретически, мне нужно схвататься за все и сразу. Практически, я... Обалдеть. Нет, это явно не тест. Так, Tech Ado это не то, а вот Bionic это то, что мне нужно. И здесь обычные тег-диносы, они отключены. Есть только модовские тег-диносы.
кстати, стайка рыб. Стайка рыб нету. Ой-ой-ой-ой-ой. О, снежная сова. Здесь есть снежная сова. Мод добавляет снежную сову. Это клево. Тоже нужно притомить. И максимально, по ходу дела, с 300 левел. Роквелл. Было бы прикольно, если бы он бы Роквелл просто тусил бы на базе. Ой, на карте. Ладно. Будем потихоньку переносить сюда всех своих динусов. Будем выживать здесь. Как минимум из-за того, что здесь тишина и спокойствие. Я вот даже отключил звук. Музыку. Слышите? Тишина. Это такой кайф. Реально, у меня уже просто начинала голова пухнуть от того, что происходило там. Вот это гулы, взрывы, бабахи, вот это вот и все. Я просто уже начинал уставать. Был шанс дропнуть. Надеюсь, скорость я не зря качаю. Ну а что у нас на этом? На этом на сегодня все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Я за кадром всех динусов перенесу по одной. По одной все это буду по одному переносить. Почему? Потому что, ну как, вот это вот уменьшил, на плечо посадил и прилетели. Вот так я их буду переносить. И уже будем смотреть, что, как, да где в дальнейшем. Попробую в настройках включить скорость для летунов, чтобы можно было прокачивать. И надеяться на то, что я не зря что там, десяток левелов кинул в скорость передвижения. Ну а на этом уже все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.